Красноярске сегодня до 23 часов будет закрыт въезд на площадь Мира. Ограничение вводится, чтобы не мешать уличному выступлению сводного хора. 67 коллективов исполнят различные произведения в честь Дня славянской письменности. Концерт начнется в 17 часов. Для безопасности гостей и участников проезд запрещен и по проспекту Мира на участке от Каратанова до площади перед БКЗ. Там нельзя будет оставить личный транспорт. Напомню, ограничения снимут в 11 часов вечера.